Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Medal of Honor Airborne. Сегодня у нас на повестке дня третья миссия Нептун. Давайте начнем. 30 minutes ago, 6,000 British and American ships left ports in England bound for France. This is Normandy, the Allies' next step in liberating Europe. At 0600 hours, General Barton's men are gonna hit the beach in small craft with no cover. Their survival depends on you. The Navy cannot supply fire support for the beach landing until a German battery of shore guns has been neutralized. The guns receive firing coordinates from an inland fortifications network. We must cripple enemy communications by destroying this key radar antenna. We must also disable this spotting tower. We take out the enemy's eyes and ears, they got no chance. S2 and S3 predict will encounter enemy armor in this operation. To that end, we're dropping M18 bundles near the DZ. Airborne, you are about to play a pivotal role in the downfall of Nazi oppression. Good luck. Вот это нормальный брифинг. Знаешь, что тебя ждет? А сейчас брифинг происходит во время игры прям. Так, основной. Томпсон. Так, Спрингфилд. Вот эту возьмем винтовочку. Из пистолета настолько культ. Ну ладно. Ценные вещи можно спасти только самопожертвованием. Рядовой Дэвид Уэбстер. Как всегда, все начинается в самолете. Нас не бомбят. Стоило только это сказать, как нас тут же подстрелили. Точнее, подбили наш самолет. Каждую миссию веселье начинается в самолете. С того, что нас подбивают, пытаются завалить. Ну чё, давайте, прыгаем сейчас, чё. Давай, 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 погнали. И понеслась моча по трубам. Так. Где там наша братва? Чё, небрежная? Ну и ладно, хрен с ним. Так, у нас надо задача собрать запчасти от Грантика. А вот наше веселье катит. Битвы колотушки. Ух, ё. Ух, ё, она же жопу-то как подстрелила-то. Где эта хрень? Сколько ж мне нужно всадить? Три ракеты. Ух ты.
Это кто ж по мне так шмаляет? Ладно, мы там ковровую немножко сделаем. Ух ты, кого ты там походу подбил? Троих причем. След от пули, трассер, нихера себе. Где мой Тома? Тут вроде патроны были. Так, погнали. Спи, моя радость, усни. Ты как здесь оказался, мужик? Взрывом что занесло? И ты, а? Не было ни одного. Теперь появилась целая куча. На, у вас там спуск что ли есть? Ой, синточка отваляется. Тишина и покой. А, я бронепробиваем, мать вашу, а? Фу, чуть свою жопу не подбил. Ну ладно, потом к вам зайду, да. Пойдем туда сходим. Так. Нихера то накидали нам. Ну чё там? Сам себя что ли накрыл?
Поспи, малыш. Поспи. Так, где у нас еще тут один? Так. Здесь все чисто, вот там вот. Вон аптечка. А, нам аптечка не нужна. Патрончики нам нужны. Сдох, малыш. Мать моя женщина. Теперь мне точно аптечки нужны. Как обычно, патроны кончаются не вовремя. Блин. Где тут еще валялись где-то? А вон. Так. Ну этого, я думаю, хватит. А вон еще одна. Сейчас где-нибудь какой-нибудь ствол найдем. И все. Ладно, пока побегаем с винтовкой. Суровая винтовка. Так. Так, здесь больше ничего нет. Аптечки. Так, все, здесь чисто, так сказать.
А, вот. Лестница счастья. Плохая штука эта винтовка. Так, и что нам нужно сделать? А, вот, взорвать. Так, погнали дальше. А гранаты и нету. Каска ж улетела на радостях-то. Еще живой мужик. Был живой. Че, погнали дальше. Че у нас там по расписанию? Тома мало. All airborne units. The spotting tower remains operational. Command has instructed all units to seize, clear and secure the structure. Да, гранатометик бы сейчас не помешал. Ой, гранаты появились. Твою мать, а? Да ладно, мужики. Come on.
кого-то разнесло там. Опять трипл. И там стреляют, и здесь. Пойду-ка я здесь. Сначала надо там прочистить меня. Спасибо. Да, то сейчас пока хромает. Твою мать. Ух, прям по яйцам. Да блин, отойди ты. Твою мать. Мудак. Чуть мою жопу с собой не забрал. Здесь что, все? На аптечку заодно. О, еще одна аптечка. Чем-то мне напоминает это. Ура! Всем жопу надрали. Погнали главное делать. Дело. Твою мать, а? Так, дядя Тома. Спать. Так, тут.
Гранаты, аптечка. Тут никого. Так, пошли наверх. Унитазы. Че, никого не осталось? Все желающие разошлись. Блин. Они не рикошетят так, как эти. Твою мать, еще накидали, а? Гранаты забил. Ранец. Так, валим отсюда. Теперь нужно свалить отсюда. Опа-па, опа-па. Мужик. Ух ты! Так. Поспи, малыш. Ух, ядрит тут сколько ж вас. Ух, ё! Получив панцирь. Цурюк, цурюк. Урюк. Пяточку. Настало утро. I guess the Navy gets credit for that kill, huh? It's an officer. Кто тут по нам шмаляет? We gotta get to those pillboxes before more men get onto the beach.
cover! Take them one at a time! Wait, we're going down there? Into the trenches? Of course we are! We're airborne! Ну чё, веселье продолжается. Твою мать! Ну, чешите! Ну вообще зашибись. Твою мать. Да вы задолбали маячить. Там наш, что ли? Твою же мать, а? Ё-моё. Да уйдите вы! Аптечка нужна. Да мать вашу, сколько вас тут? А, вон откуда ты. Так, тут аптечек больше нигде не валяется. Это не мешало бы подлечиться, конечно. Ладно, придется идти воевать так. Ну, патроны. Так, здесь мы были.
Здесь тоже. Так, ладно, так, куда нам? Ребят. Я что за вас тут буду все зачищать? А в окопах удобно. Врагов искать не надо. Ох, ёшки. Не ушел. Уснул, малыш. Откуда вылез? Так. Где наш второй еще окоп какой-то надо там завалить? Тот что ли? Так, где у нас тут еще? Так. Так.
Что за нафиг мне там мешается? Твою мать. О, дядя Тома. Патроны, аптечки. О! Новая игрушка. Веселье только начинается. Малыш, ты меня волнуешь. Не заглядывай. Чё за такой звук-то был? Ну все, надеюсь, на этом все, или что, еще будет? Colonel Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for Operation Neptune, June 6th, 1944. Dropped behind enemy lines at dawn, suffered heavy losses, took all objectives. After securing the main battery, we pushed toward Utah, cleared all enemy gun positions. Allied forces now moving inland from the beaches. I have no doubt that history will remember the airborne on this day. Your acts of courage will be revered for generations to come. Ну все. На этом у нас закончилось прохождение третьей миссии. Это у нас миссия Нептун была. Веселух, конечно, была жестокая. Дальше противники сложнее, новое оружие появляется, то есть уже интереснее становится. И модификация оружия, в принципе, уже у двоих или у троих, может быть, уже максимальная. Ну ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание, подписываемся на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии. И ждем дальнейшего прохождения. Всем спасибо за внимание, всем пока и удачи!